разборки с дримкиллерами наделали много шума. Правда? Скоро будет важная гонка. Не один на один, а команда на команду. Если будешь так же гонять по ночам, считай, мы в деле. А это уже серьезная тема. Так что не сбавляй обороты. Привет, это Уэйн. Я тут кое-что подыскал, если тебе это интересно. В этот раз нормальная трасса, все серьезно. Заскочи ко мне, будет весело. Thank you.
Ну же, шевелитесь, не сметь.
водитель смог ускользнуть. Ты что, просто так отпустишь после всего этого? Я на такую хрень не подписывался. Отлично справляешься. Молодец. Магазин запчастей предлагает тебе улучшение. Может пригодиться. Отличные новости. Мы участвуем в большой командной гонке. Качай тачку, будет жарко. А как же ты? Твоя тачка еще у копов. Фигня, найду себе новую. До встречи на трассе. Thank you.
Ты здесь? Да. Пришло время испытать эту малышку. Это тачка твоего отца. Лукас не будет против? Но она и моя тоже. Дримкиллеры сегодня покинут ставки, и мы тоже должны. За этим мы и здесь. Просто помни, покажем результат, тогда Лига даст нам шанс. Я не давлю. Прикрываем друг друга, ясно? Обожаю звук этого движка. Спасибо, папочка. Это просто бомба! Еще не конец. Отличная работа. Гонка на Эджвуд-Вэлли. Направляются на восток к автодрому. Чума вырывается вперед! Шоу на связи. Принято, диспетчер. Еду в Эджвуд-Вэлли. Диспетчер, принято. Выполняю. Похоже, у нас появились гости. Эй, нашел там Камара. Тормози. Опять этот гад! Остановишься по-хорошему или тебе помочь? Пора нам сматывать удочки! А как же гонка? Ну все, этот коп все испортил. Поможешь выбраться? Да, мы команда. Как говорится, гонке конец. Валим отсюда. Больно не будет, обещаю. Я не могу снова остаться без тачки. Хотите драться? Серьезно? Не стоило мне брать папину тачку. Машину я никому не отдам! Этого мало! Вам придется постараться! Спасибо! Всем постам. Офицера шоу нейтрализовали. Нужна помощь. Ищите желтый Камара. Так, нам пора. Мне нужно вернуться в гараж. Буду ждать тебя там.
Страсти накаляются. Ночью произошло столкновение между скоростной спецгруппой и нелегальными гонщиками. Жители города наблюдали странную сцену. Сотни долларовых банкнот заполнили ночное небо. Спецгруппе придется ответить на неудобные вопросы. Вчера мы видели явную провокацию, призванную запятнать репутацию моей группы. А значит, они нас боятся. На низких передачах не очень тянет. Но стоит разогнаться. Брат! Машина! Зверь! Ясно, ты зол. Да ну. Мира эста. Ну прости, надо было тебе сказать, но... Да уж, блин, надо было. Ты не имела права, Анна. Никакого. Я пойду. Нет. Ты же в курсе, что он был и моим папой? И машину, если ты забыл, он собрал для гонок. Это гонки, да? Да, были, пока сраный коп не пристал. Будешь нарываться, они от тебя не отстанут. Ты что, решила разрушить свою жизнь? Я пытаюсь что-то сделать со своей жизнью. У меня хорошо получается, между прочим. И это хорошо, да? Как будто на ней ездил кто-то, кто не способен ни водить, ни колледж окончить. Вот как значит. Я не хочу стоять и слушать нытика, который за руль сесть боится. Мы гонщики! Позвони, когда вспомнишь об этом. Значит, вот что чувствовал отец. Помощь нужна? Далее. Будет весьма кстати. Нужны запчасти. Комара отца все еще в раздрае. Дай знать, когда достанешь решетку. Где на побережье ребята промышляют. Это редкими запчастями. И у них вроде есть решетка на Камаро 67-го года. Вот только продавать не хотят. Может, съездишь туда и уладишь дело? Не вопрос. Спасибо. Только учти, эти ребята... любят ездить по дорогам. Я отправил туда тюнингованную тачку. Вдруг пригодится.
Лукас говорил о решетке для классического комара? Я сказал, что он давно вне игры. А я не веду дел со всеми подряд. Я не заставлю тебя передумать? Может, если обгонишь меня. Надеюсь, ты можешь больше, чем тот выдохшийся механик. Удачи на твоей стороне! Хочешь получить эту решетку? Стой! Какого хрена? Он не виноват. Я его прогнала. Что? Зачем? Как он и сказал, я не веду дел со всеми подряд. А ты? Так, а вот и так хотел впечатлить. Решетка уже едет к Ривьере в гараж. Кто рассказал, что я живу там? Ну, у тебя на трубке полицейский сканер. Но мне он нипочем. Взломала его? Создала. Я тебя скоро найду.
Привет. Решетку привезли. Похоже, у тебя все получилось. Спасибо. Прости, что втянула тебя в это. Лукас еще злится? Остынет. Да. Кстати, пришло странное сообщение насчет того, как вернуть мою тачку. От кого? Без понятия. Но они настаивают на встрече. Это безопасно? Предлагают парковку к северу от пляжа. Там всегда полно народа. И я подумала, ты захочешь? Ладно. Спасибо. До встречи. Надо встретиться. Есть предложение, выгодное нам обоим. Буду ждать.